Как это нам обнулили счет? Он украл у меня все. Я был в том доме с Марчелло. Нас пригласили попробовать карбонару. Ты уволен. Вон! Я нашел его. Он хирург. Но кто приходил в банк? Полицейский. Ты не знаешь его? Где мне найти падре Марчелло? Вы знаете его фамилию? Я знаю только, что он любит этих людей. Каких людей? Когда нас спрашивают, кто эти люди, мы отвечаем, какие люди? Они мошенники. А что тебе еще нужно для этого романа? Молоток. Что тебе нужно от меня? Я верну тебе все. Куда ты, туда и я. Ты мне не доверяешь? Нет. Мы семья, как все семьи, живем от зарплаты до зарплаты. Пизелло, как называется наш номер, а? Это господин Пизелло. Я создаю реальность. Выше! Еще выше! Какого черта ты там делаешь? Вы же сами сказали лезть как можно выше! Смех. Теперь плач. В трамвае. Стон удовольствия. Что-что, простите? Именно о такой жизни я и мечтал. Я работаю один. А если я предложу тебе дело на 2 миллиона евро? Я быстро учусь. Моя собака притащила из парка чью-то ногу. Конечно, человеческую, с ботинком. Я на позиции. 3, 2, 1. Это магия искусства. Ты даришь людям радость, а потом пожинаешь плоды. Кто эти люди? Вы знаете этих людей? Жертва должна сама просить, чтобы ее обманули. И тогда я смогу воплотить мечты в реальность. Вы обязаны помочь правосудию.